First, I think HBO, my great promoter's main event, K2 and Спасибо HBO, спасибо моему промоутеру Main Event, спасибо Геннадию за такую прекрасную возможность сразиться за титул. Этот бой будет сложным, но я покажу все, на что я способен. 2 ноября я собираюсь выиграть и стать чемпионом мира. Спасибо. I think the reason why he's become so popular here in the United States and internationally is because he's so humble. Популярность Геннадия увеличивается с каждым днем здесь, в Казахстане, в России. Он, безусловно, лучший боксер, которого я когда-либо видел. Но не только это делает его таким популярным. Он прекрасный человек вне ринга, который уважает своих оппонентов. Человек, который уважает спорт и свою команду. Я рад, что работаю с Геннадием, на мой взгляд, лучшим средневесом в мире. С гордостью представляю вам чемпиона мира WBA и IBO Геннадий Трипл Джи Головкин. Всем доброго дня. Спасибо HBO, спасибо Madison Square Garden, которые дали нам отличный шанс провести этот бой. Я думаю, это будет превосходный бой. Многие спрашивают меня: «Гена, ты знаешь, что Стивенс бьющий?» На что я скажу: «Я готов к любому». Добро пожаловать 2 ноября в Madison Square Garden, где вы увидите, кто есть, кто боксер с восточного побережья или западного. У него отличная команда, у меня тоже, мы оба панчеры, так что спасибо промоутерам за этот бой. Второе ноября покажет, где и чего стоят боксеры. Восточное побережье, западное побережье. Спасибо. Все избегают Геннадия. С чего ты согласился на этот бой? Почему? Он чемпион и, как все вокруг говорят, самый крутой средневес мира. Так почему бы не подраться с ним? Вот я и согласился. Я тут фотографию у тебя в Инстаграме увидела. Что ты хотел этим показать? What did you mean? Which one? Какую? Где ты с друзьями? И гробом? Да. Да, мы развлекались просто. Раскрутка боя. Геннадий говорит, а я люблю прикалываться. Ничего личного. Мне нравится Геннадий. Это отличный ход для промоушена. Ничего больше. Это нормально так шутить? Да, это просто раскрутка боя, чтобы на этот бой захотели пойти все и увидеть, что же произойдет. Конечно, все захотят увидеть это. Я дам им пищу для разговоров, так что сделал хорошее дело и подогрел интерес к бою. За счет чего ты собираешься победить? Буду просто собой, буду драться так, как я умею. Покажу все, на что я способен. Больше ничего не надо для победы. С кем будешь спарринговать? Еще не знаю, сейчас договариваемся. Кто подойдет по стилю, того и возьмем. Здравствуйте, как вы? Прекрасно. Эбл, как ты считаешь, насколько Стивенс опасен для Геннадия? Every opponent is dangerous, but Геннадий... Каждый оппонент опасен. Это же бокс. Геннадий сейчас самый сильный боксер в своем весе. И если он будет, как и прежде, с умом подходить к тренировкам, то вряд ли у него возникнут проблемы. Но сразу скажу, это непростой бой. Простым был бой с Маклином. Хорошо, а ваш прогноз? Смотря, как поведет себя Стивенс, если пойдет в открытый бой, то за раундов 5-6 Геннадий управится. Но если изберет тактику, допустим, осторожничать и уходить от Геннадия, то бой продлится до конца, может и все раунды. Поклонники бокса в Казахстане, смотрите вновь бой Геннадия Головкина. Не пропустите 2 ноября. Спасибо вам. Почему вы
такой пал на Стивенсона и видел ли ты его бои, считаешь ли его опасным? Бои не видел, знать не знаю. Я же не избегаю никого, я же говорил всегда об этом. Ну и понятно, почему выбор ему упал? Он согласился. Он один из тех, кто согласился. Остальные не соглашаются? Пока да, пока нет. Пока охота, ну, кому не предлагали, там не получается договориться. А до конца боя ты еще один бой уже не проведешь? То есть вот этот и все, да? Да, думали, запланировали на декабрь и перенесли его на январь. То есть он в январе, если считать годовой цикл, то есть сентября того, то получается 5-6 за 5, да? Так 4. Картинку видел с твоим гробом? Стивен заложил в Инстаграме. Что чувствуешь на этот счет? Ничего, абсолютно. Зло. Тебе без разницы? Нет, не как без разницы, злой, наверное. Тебе не нравится это? Ну, конечно, мне это не нравится. Я думаю, все встанет на свои места. Ты считаешь это нормальным в целях пиар-компании делать такие вещи? Нет, я очень негативный, меня просто все сдерживают, чтобы бой состоялся. Я просто хочу уже боя и не делаем, как говорится, никаких-то глупостей для того, чтобы бой был. Просто уже решили провести бой. Ну хорошо, спасибо. Все, давай, тебе удачи, на бою увидимся.